Так, ну что ж, давайте продолжим. Привет всем, кто только пришел. Вперед. А ты не против нам рассказать все в деталях? Или просветить нас в деталях? То, что я собираюсь сказать, вероятно, принесет очень много страданий всем присутствующим. Однако я сама хочу об этом поговорить. В конце концов, вы все мои друзья. Принцесса Лени? Вы все что-то почувствовали, когда Рапунцель нам показала ее место? Место Рапунцель! И что ты имеешь в виду, сказав это? Вы что-то почувствовали, когда увидели мертвого Мерхена с споритым животом? Ты имеешь в виду, как те, которые мы находили в округе, очень часто в областях разных? Да. Кто-нибудь из вас помнит свои дни молодости? Ну... Рапунцель была права, когда она сказала, что это было ее место. То, что она появилась из... Да, из живота Мерхена. Да! Оттуда! Не может быть. Другими словами, мы, кровавые девы, были рождены Мерхенами в форме человека. Мы такие же монстры, как и они. Нет. Ты же шутишь, верно? Слушай, сейчас как бы не время для шуток, окей? Если это так, то... Мне об этом сказал человек, которого я воспринимала как своего родителя, когда он меня отдал под опеку профессора. Он говорил с профессором обо мне, как будто я была обузой. А он с интересом слушал. Кагуя. Профессор объяснял мне насчет тюрьмы, но мне было на это наплевать. Потому что я знала, что я была не человеком. Я не хочу в это верить, но теперь я не могу закрыть глаза на то, что я видела. Мы не люди? Значит, папа скрывал это от нас все это время? Сестра ничего не говорила тоже. Полагаешь, что профессор сохранял это в секрете из-за доброты по отношению к нам? И я верю, и я считаю, что это относится к Мичеру. Это, возможно, прозвучит глупо, но я завидую. Нет, но я завидовала, как вы как вы все были укрыты от любви.
Но это не только я все вижу. Ну, что ты имеешь в виду? Даже если ты новичок, нет никакого оправдания в том, если ты будешь что-то плохое говорить о папе. Успокойся, Красная Шапочка, ты тоже дюймовочка. Да как я могу быть спокойна после того, что я услышала? А ты, Алис, согласна с тем, что только что, как бы, нет. А ты, Алис, как бы в норму тебе после того, что ты слышала, а? Я знаю, что у тебя есть сомнения насчет рассвета, Гретл, но даже несмотря на это, пробуй их не разозлить. Я не пытаюсь их злить, я просто имела в виду, что наоборот, хуже, когда тебе не говорят правду. Да, я бы была бы признательна, если бы мне сказали об этом раньше. Я слышала, что меня профессор спас от кошмара. Нет, мне также рассказали гораздо больше обо мне. И подумать, только это все была ложь. Но, может быть, профессор и по доброте не хотел, чтобы сделать кому-либо вам из вас больно. Джек, заткнись! На секунду. Во-первых, Алис, Джек, как вы можете быть такими спокойными? Ты неспокоен, я в шоке, как и все остальные, но... Это просто имеет смысл для нас. Это объясняло бы, почему... нас избегали другие. Нас избегали, потому что мы не были людьми. Мы были нечто совсем другое. Это неправда. Отец и все остальные в рассвете не избегают нас. Она права. Она должна быть права. Если нет, то... Все, что мы делали, как бы... Хватит, пожалуйста. Широюки. Белоснежка. Пожалуйста, хватит. Кагуя сдерживала столько мыслей и чувств все это время в себе. Но она решила рассказать нам, даже если это означает, что сделать нам больно, потому что мы друзья. И в таком случае мы не должны спорить между нами вот так. Джек показал мне, что я могу сохранять здравый смысл здесь, потому что вы все приняли меня как друга. Принцесса Лини. Я просто рада, что встретила вас всех. Людей, похожих на меня, существ в данном случае. Существ, которым я могу доверять.
Вот почему мне все равно, людям или нет. Даже если вы бы возненавидели меня за то, что я рассказал вам правду, я все равно хотела этим поделиться. Это благодарность с моей стороны. Возможно, я навязываю свои чувства вам. Но я смогу выдержать все, что вы захотите на меня переложить. Давайте поможем друг другу. Простите, ребят, я должна была вести всех и посмотреть, что случилось в итоге. Возможно, я тоже была слишком интенсивна, чувственна в данном случае. Как я сказал ранее, твоя логика может помешать тебе. Этого ты мне не говорила. Это правда? Ну, ты права. То, что я сказала, было... Я хотела жить, потому что был Джек и вы все остальные со мной. Я хотела, чтобы все делали то, что они могут, для того, чтобы они смогли убежать отсюда. И чтобы жить так, как они считают правильно. Из-за нас? Да. Выживать своей жизни. Это были моими намерениями с самого начала. Но если бы вы не были все такие добрые, то я бы, вероятно, вообще не упомянула бы об этом. Кагуя, тебя никто не ненавидит. Конечно же, мы не будем тебя ненавидеть. Ты правильно поступила, что рассказала нам. Учитывая, что ты ленивая задница, ты действительно приложила много усилий для того, чтобы держать это в секрете от всех. Не знаю, что, но Рапунцель любит всех. Девочки. Да, у нас есть поддержка друг друга. Кто мы такие? Неважно. Не проблема. Ребят. Обнимашечки групповые теперь. Поначалу колебался, но я рад, что все так получилось в итоге. Хорошо. Похоже, все здесь. Да. И немного устала. Я не удивлена. Вам пришлось справляться с двумя миссиями подряд. Да, Юна. Это вот. Да. Действительно, однако, ваши усилия помогли башне снова вырасти. Мы близимся к заключительному этапу нашего плана. То, что вы сделали, просто потрясающе.
Вы — надежда всех, кто находится в тюрьме. Спасибо вам. Чё, пора с нарко валить? Батя. Санте, скарете иру токору ощите, кеса ацматте мораттано. Итак, причина, по которой я хотел, чтобы все сегодня утром здесь собрались, несмотря на усталость, это... Рапунцель, бодрячком! Кону Рапунцель-кун то Гретель-кун но шоген кара аратани кокшоу га торета кото га атте не. Да, мы получили дальнейшие доказательства, сведения после нашей встречи с Рапунцель и Гретель. Постойте. Они не... Катэ-то-ште-ва-изен-кара-мотте-и-та-но-да-га. Соре-ва-хон-но-ич-ре-ни-сми-зу. Шикамо-дэн-бун-да-та. Я откладывал этот разговор, потому что у меня не было убедительных доказательств, чтобы поддержать все. Кими-та-чи-ни-ва-цурай-ханаси-камо-сире-най-на. Как-си-го-то-ва-ши-так-най-но-да-не. Возможно, это всем вам причинит боль, но я не хочу больше этого скрывать. Профессор, пожалуйста, говорите. Ну ладно. Итак. Похоже, что Мерхены, что были созданы... Кажется, что Мерхены, что были созданы в связи с мимикрией да, беременных людей, не влияет на ребенка. Как-то так. Короче, типа... Кажется, что Мерхены, что были созданы тюрьмой, которые были, короче... Это... Блин, как же это тупое слово? Более подходящее. Ну, короче, один в один, как беременные люди, не имеют никакого влияния на ребенка. Смотри. И кра джейлю демо тайнай но кома де гитай сасэру кото ва. Другими словами, невозможно для тюрьмы использовать эту мимикрию на младенцев, что носит его мать. Соно мерхен тачи ва соно мама тайнай. Имитацию. Содатте. Хара о ябутте умарете кита котачи ва нинген ни ва най нолику о сонаете ита. Эти Мерхены продолжают лелеять свое дитя, пока они не... лопнут? Обладающие особыми способностями. Цумари, ваташтачи ва Мерхен то Нинген то но хаафу. Чигау ва не. Таким образом получается, что мы помесь между Мерхеном и человеком. Род, который называется Кровавая Дева. Кимива мэсэки да не, Гретель. Верно подмечено, Гретель. Охоме итэдаки аригато. Спасибо за хвалу. Осораку ва... それが私の…博士、あなたは何と言っていたかしら。Я считаю, тогда я верю, что это моё… Давайте посмотрим, как вы назвали это, профессор. 景色リビド、博士が名付けたものよ。Ну, профессор, профессор назвал это кровавым либидо, но можно влечение, может. Красивее звучит в данном случае. Как бы кровавым
половым влечением. Ну ладно, пусть будет либидо все-таки. Кешики либидо? Кровавым либидо? Да, кажется, вы все обладаете уникальной привязанностью к чему-то. Вы имеете в виду, насколько я сильно привязалась к своей серьге в форме стеклянной туфельки? Или то, как мне нравится уборка? Тогда, значит, мою привязанность к моему капюшону это... Да, до недавних пор я думал, что кровавые девы... имеют психическое расстройство. Я подумал о том, что, возможно, это какая-то особая черта кровавых дев. Интересно, сколько информации поделилась Гретл с профессором-то? Секрет от секрет. Это черта. Это не нечто слабое. И также это не является нечто, что нужно исправлять. А, просто говоря, это такая характерность. Часть характера. Ну, знаете, это что, типа, как у всех есть уникальный их аспект к их личности. Да не, своим либидо нормально. Это все, чем я могу сейчас поделиться, но вы все согласны с этим? Эта тишина означает недовольство. Ну... Широюки-тачи, Рапунцель-сан о ханаши-кара сбете га вакатте-итан дес. Мы узнали это с... Да, мы узнали это после того, как Рапунцель нам сообщил. Нет, мы узнали это, услышав, что Рапунцель нам сказала. Но все-таки, Широюки-тачи ва Широюки-тачи датте. Мы также обсуждали это между собой тоже. Да, пап, у нас все хорошо. Как же удобно, он решил рассказать нам и об этом сразу после того, как мы сами узнаем. Понятно, полагаю, мои дети были намного более сильными, чем я думал. Да, я удивлена. Да они уже и так через многое прошли. Спорим, эта фигня их вообще даже не заставила вздрогнуть. Вы все драгоценные члены рассвета. А также... Вы для нас нечто даже большее, прямо как семья. Мы собираемся приступать к нашей последней фазе. Я бы хотел бы попросить вас помочь. Еще больше. А пока что отдохните. Сегодня столько, сколько вам угодно. Да, мы постараемся. Рассчитываю на вас. То, чем профессор с нами поделился, было
сформулировано по-другому. Но смысл тоже в чем? Тот же самый касательно того, что Кагуя нам сказал. Но почему именно сейчас? И он сказал, что мы на заключительном этапе. Если бы мы были в шоке и потеряли бы веру, это отрицательно повлияло бы как на наш план. Спасибо за ваше время. Распущен. Потому что кое-кто все-таки слышал что-то. Точнее, кто-то слил. Нам Гретл говорила, что в отряде есть кто-то, кто все сливает. Ну, я думаю, это Красная Шапочка, но будет, конечно, поворотом, если это окажется кто-то другим. Гретл. Что такое, Джек? Ага, я был удивлен, что ты так хорошо ладишь с профессором. Он довольно интересный. Да ты почти все находишь интересным. Ну да. Я полагаю, это потому что мое любопытство, мое... любознательность. Это и является моим кровавым либидо. Алис, интересно, а в чем заключается твое кровавое либидо? Джек, мне кажется. Не знаю, и мне насрать. Должно быть, ты все еще блуждаешь внутри своих обманчивых снов. С моей перспективы, это ты, та, кто играет в обманку тот. Я просто честная, но я не буду отрицать, что мои методы стали моим мотивом. И сама твоя природа очень похожа на мою. И вполне возможно, что Джек тоже. Я принимаю тот факт, что я похож на тебя. Но не вовлекай Джека в это, хорошо? Я просто высоко тебя оценила. Это самовлюбленность с твоей стороны. Я не самовлюбленная, не начать. Ты? Опа. Ой, извини, я тебя не заметила. Тебе что-то нужно? Ну, похоже, все ушли уже. Доустано, Сираюки-химе. В чем дело, Белоснежка? Простите, ничего. Неужели это она все-таки сливает? Да ну. Хотя, ее легче всего обмануть. Она казалась очень серьезной. Интересно, что случилось? Я уверен, что она скажет нам, если это нечто очень важное. Учитывая ваши отношения, это вполне возможно. Че? А теперь пошли. Окей, ладно, теперь не только Красная Шапочка в подозрениях.
Ну да, шпион в отряде. Надо найти его. Даже если мы можем сейчас отдыхать, не то, что я особо хочу этого. Точно. Я совсем забыл насчет того, что у кошмара имелся трансивер. Он что, общался с нарком? Ну зачем? Есть еще столько вещей, которых я не знаю еще. Кто это? Хай! Да, входите. Гретл. Белоснежка. Сираюки-химе? Белоснежка? Достану. А в чем дело? Мне действительно очень нужно поговорить с кем-то. Однако я не могу это обсудить с сестренкой Красненькой, с Дюймовочкой или со Соней. Интересно, в чем дело? Я не совсем понимаю, о чем ты хочешь поговорить, но давай сперва успокоимся. Может, сначала. Мы можем поговорить об этом потом. Спасибо. Почему? Почему что? Почему профессор решил поднять эту тему прямо сейчас? Ха. У Белоснежки тоже те же самые мысли появились? Он сказал, что он заполучил доказательства от Рапунцель и Гретл. Если бы мы не услышали сначала это об этом от Кагуя, у нас мы все бы были в шоке и недоверии. Но то, о чем мы говорили тогда, не должно было быть известно никому в рассвете, кроме нас. Тогда почему сейчас? Она права. Профессор сказал, что он больше не хочет это скрывать. Но что-то не складывается. И вдобавок ко всему, кажется, как будто что Хару, что Мико знали об этом. И странное чувство, которое у меня было все это время, начинает становиться все больше. Честно говоря, есть очень много вещей, которые меня тоже беспокоят. Правда? Я не совсем уверен. Но рассвет скрывает что-то от нас. Гретл также говорил. Гретл тоже. Вот почему я на чеку и смотрю, что происходит в округе. Тем не менее, как Алиса упоминала, давай сделаем все, все, что в наших силах, чтобы убежать отсюда. Джек? Сираюки, мото цьюку наримас. Соно токи га китара, минна о сасаэрареру йони. Белоснежка станет сильнее. И тогда, когда время придет, она сможет поддержать всех. Гнездо заполнено маленькими птенчиками. Да, они больше не одиноки. Я верю, что птички вырастут сильными и покинут гнездо. Тебе грустно? Это судьба. Все, что мы можем делать, это лишь смотреть.
空を覆う天幕が降りてきたね。небеса спускаются вниз. 天幕の向こうにお日様はいるのね。солнце за небесами, верно? そうさ。さあ、今日のご飯だよ。森の朝露に生命の木の実。Итак, я принес сегодняшнюю еду. Утренняя роса леса и плод древа жизни. Аой Тори-сан. Ватаси. Аой Тори-сан то иссё. Синяя птичка. Я хочу увидеть солнце вместе с тобой, синяя птичка. Сода, не? Да. Соре га моногатари но дай ичимаку но финале то нару кото даро, не? Хм. Я уверен, что это приведет нас к финалу первой главы. Фу, первой истории. Или истории первой главы. Нет, так уж. История первой главы, в смысле? Нет. Давай, ешь, пей, как ты обычно это делаешь. То есть, как бы, изначально первая игра намеревалась быть первой главой? Или чё? Игру закончат на самом интересном месте? Опять? Ладно, посмотрим. Похоже, все в сборе. Ну, как вы все себя чувствуете? Нормально, полагаю. Рапу... Еда очень вкусная. Мондай най тосте. Гретель ва? Первой главы истории, а не главы, в смысле. Первая глава состоит из 10... Первая история состоит из 10 глав. Блин, короче-то... Кажется, все хорошо. А как насчет тебя, Гретл? Я в порядке. На самом деле. Я читала исследования профессора с интересом. Сделала нечто большее, чем просто прочла. Твоя проницательность расширяет наше знание касательно мимикрии тюрьмы. Полагаю, что она довольно умная, учитывая, что сама смогла это найти. И даже... Да, старик? Да. Я была на пути прекрасных находок. Эй, не говори это со мной. Она не обладает такой чертой характера, как уважением и смирением. Смирение бесполезно. Возможно, я могу стать ассистентом профессора, когда мы выберемся на поверхность. Полагаю, с ней все хорошо. Ну да, как обычно. Красная шапочка пытается держать себя в руках перед всеми. Может быть, потому что она тут здесь самая старшая. Джек, ты в порядке? А чё я? Мы не можем позволить себе видеть, как ты падаешь. Я нормально. Я смог отдохнуть немного. Хорошо, тогда у всех все нормально. Моносугоку абауто же аримасен кото? Довольно обширное предположение, которое ты сейчас делаешь.
Вижу, вы все отдохнули. Я счастлив знать, насколько вы сильны, несмотря на новости, с которыми я поделился. Вообще-то не ты. Кстати говоря, вы не против, если я задам вопрос? В чем дело, Золушка? Гензель-сан-га Грейтель-сан-но о-ни-сама даттану-а вакаримаштава? Демо... Я поняла, что Хензел был братом Гретл, но... Хока-но-эрия-демо-найтомеа-га-шабетта-но-а-нозе-на-но-де-шо? Есть какие-либо причины, почему другие кошмары могли разговаривать? Найтомеа-о-нинген-но-кутоба-нан-те-ханасе-на-и-тте-ки-те-и-та-но-де... Я сама была удивлена, потому что мне все это время говорили, что кошмары разговаривать не умеют. А это... Орда, Найтомеа тэйттара, дэйттара нанига нандэмо нигэришке най айтэдаттэкара. А, ну как бы у нас не было особо много вариантов, кроме как убежать, когда мы встречались с кошмарами. Коремадэва айцра ни шаберасэру йона тогомадэ моттэке накаттанда. Поэтому у нас не было никогда возможности наблюдать за тем, как они разговаривают. Хару пытается что-то скрыть? Да. Мы почти ничего не знали о кошмарах. Пока не узнали о ядрах, что находится в областях. Мы только что смогли выяснить различные вещи из ваших миссий и информации, что Гретл нам сказала. Мерухен то отличается. В отличие от Мерхенов, мы не знали, что кошмары исчезали после смерти. А теперь мы еще знаем, что кошмары обладают каким-то уровнем интеллекта. Однако, ничего сложного. Грейтер-кун но джире но йони. Пример Гретл доказывает, что в зависимости от кошмара, нет, точнее, от некоторых форм отношений, возможно. Я не вижу ничего необычного в моем брате Хензеле. Вообще все наоборот. Исходя из того, что я слышал, разве он не был спокойным и вежливым? Брат Хензел был очень добр. Итак, бай. А что у нас сегодня? Позвольте объяснить. Мне нужно, чтобы вы обыскали подземную станцию. Мне нужно, чтобы вы обыскали, короче, станцию. Раньше она была центром транзита для города. Оно расположено за берегом и общежитием. Это место, где вы нашли меня, верно? Оказукин-санга? Тебя? Красная шапочка. Да, папа и его лидер нашли меня там. Я была воспитана в рассвете с тех пор.
И лидер это... Он умер после трагедии, которая случилась 15 лет назад. Трагедия, что случилась 15 лет назад. Разве именно... Разве не тогда они пошли к башне, где на них напал Снарк? そのようなわけで元駅構内エリアは過去に探索をしているのだが、最奥部に位置するだけあって危険度は非常に高い。 Мы изучали этот район и раньше, но поскольку он дальше всего находится, это довольно опасно. Ну кто сомневается? Сильные там? Омаэнанка. Перотто кучмаунжанега? Какие вопросы? Что бы там ни было, можешь их просто залпом съесть. Хорошо, тогда Рапунцель съест сперва их. Похоже, нам нужно быть чрезвычайно осторожными тогда. В то время... В то время назначить какие-либо силы для того, чтобы они занимались там поисками, было невозможно. Мой лидер подразделения спас меня не один раз. Так что будьте осторожны. Я хочу, чтобы все из вас вернулись живыми. Однако мои расчеты... Однако, по моим подсчетам, если мы сможем уничтожить ядро этого района, то башня вырастет достаточно высокой для того, чтобы мы смогли убежать. Значит, если мы добьемся успеха, тогда... Да, мы сможем наконец-то начать наше восхождение на башню. Время... И нет. И наконец-то настанет время для человечества снова... нанести удар. Тогда не будем тратить времени на обсуждение тут. Нам нужно закончить с этим. Рад видеть вас в полном боевом духе. Но, пожалуйста, будьте осторожны. Да, мы постараемся. Все, как только будете готовы, направляйтесь в лобби. Окей. Есть куча вещей, которые нужно брать в расчет. Но мне лучше сосредоточиться на задании. Да, Джек. Эй, Джек. Хой. Икимани, Орентогони, Оттегре. Меариган, но Тиосио Митир. Заходи ко мне позже. Я хочу проверить твое орудие, Мэри. Макаримаста. Понял. А можно перерыв, а то я устал немного, как бы. Нет, нельзя. Ладно, продолжай. Целый час. Да, почти целый час без перерывного диалога. Писец. Босс. Я вот сделаю вот так, хорошо? Да-да. Должно быть норм. Теперь тебе больше не придется беспокоиться о том, что оно упадет во время миссии. Большое спасибо, Харусан.
妙に張り切ろうとしてるようだが。Похоже, все очень взволнованы. Но это означает, что будет даже гораздо легче потерять равновесие. Верно. Осаму, хенна суисок га хирогару йори ва то кангаетан даро. Нани мо конна токи ни барасан демо на. Тонин нара доё шите даро ни. Наверное, не хотел, чтобы слухи разошлись. Однако то, что он поднял эту тему, повлияло на всех, это без сомнений. Идти в бой, думая, что ты можешь умереть, а в них это одно. Но пытаться скрывать... Ай, у меня нога онемела. Но пытаться что-то скрывать, это еще хуже и вольнительнее. Так, сорян, продолжаем. Профессор, прямо как сухая палка. Чё? Так что я не удивлена, что он даже не думал об этом. Я уверен, что у тебя у самого куча вещей на уме. А, ты можешь там приглянуть за ними? Харусан, вы действительно очень наблюдательны по отношению ко всем. Да босс всегда беспокоится о вас, ребят. Эй, Клара. Если ты закончила, то тогда веди там, следи за своим магазином. Господи, не могу поверить, что ты все, все еще ошиваешься тут. Ну уж, босс, что это за такое холодное обращение со мной? Я же ваш помощник, знаете. Икара, иге-иге. Да просто вали уже. Хару-сан, я сосиги кто нам здесь? Хару, вы действительно очень добрый человек. Умарова, оретачи но дайжина иночизна дакарана. Даре хитори тоште шинареча кумару. Соре дакада. Ну, вы, это все, что у нас есть. Вы, наш спасательный круг. Я не могу позволить, чтобы вы тут нам умер. Нет, не могу позволить, чтобы кто-либо из вас умер, вот и все. Ай, блин. По какой-то причине я верю в то, что вы мне говорите, но... Ну что? Хару-сан, я Мико-сан. Вы и Мико знали, не так ли? То, что мы не люди. Да, но как этот чудак и сказал, мы не знали наверняка. И мы не были уверены в том, как вы родились вообще. Гето Дайчи, гитай ва ботай домари де. Накано тайджи ва соно манма да. Ниньен джа най ттэ но ва кёкрун да ро. Мы только знали, что эффект мимикрии оставляет внутреннюю часть нетронутой. Не быть человеком — это немного понятие растягаемое. Мина, табе, дзибунга лэмэ но минна то унажи ниньен да тте синжита катта дес. Да, но все наверняка хотели верить в то, что они были такими же, как и все остальные в рассвете. Вероятно. Что? Ты что, думаешь по-другому, что ли? Я
Я, как и Алиса, я всегда чувствовал, что во мне есть что-то другое. Поэтому, узнав это, я чувствовал себя нормально. Рапунцель и Гретель в ано чоси даши. Рапунцель и Гретель точно такие же, как вы видите. Но вот остальные... Я не думаю, что тебе стоит волноваться обо всем, что ты сказал, Джек. Да, да. Тоже самое думаю. Но, орени тотча, омайра ва омайра да. Ниньген дароу то, хаафу дароу то, каваря шинею. Вы все ничем не отличаетесь от тем, кем вы были раньше для меня. Неважно, люди вы или нет. Разве это не из-за того, что мы полезны как оружие? Кто знает? Не загони меня в угол, говоря что-то другое. Ты не смущаешь. Но я продолжаю задуматься о том, что случится с нами, как только мы убежим отсюда. これまで通り. Ну, вы все, скорее всего, будете жить нормальной жизнью, которая не будет отличаться от той, что была раньше. Господи, Джек, ты волнуешься, точнее, беспокоишься из-за ничего. Все, что нам нужно делать, это просто работать вместе и стараться изо всех сил. Клара, я знаю, что ты хочешь помочь. Но вернись уже в свой магазин. Не заставляй клиентов ждать. Даже если мы убежим, смогут ли Алиса и все остальные жить без каких-либо беспокойств среди людей? Нет нужды задумываться об этом сейчас. Оставь это на потом, после того, как мы убежим отсюда живыми. Вы правы. Хару, ты кто? Гретель. Гретель? Ой, испугала меня. Откуда ты вылезла? Секрет. Будет все намного интереснее вот так. Конечно же, полагаю, вы уже знаете. Я понять не имею, что ты говоришь. Быть любознательной — это хорошо, но держи себя в руках. Кто знает, во что ты можешь вляпаться. Ну, ты беспокоишься обо мне? Ну, мне вот интересно. Кого затолкают в печь в конечном итоге? Просто запомни, что я предупредил. Ну и так, кто ты такой-то, а? Джек, а разве ты не заинтересован в том, чтобы это узнать? Я здесь для того, чтобы держать всех, короче, обеспечить вас всем, что нужно, и след. Короче, я здесь для того, чтобы убедиться в том, что у вас все хорошо. Вот почему. Я хочу, чтобы вы все вернулись живыми. Сейчас верну. Thank you.
Так, сорян, продолжаем. Сишоа, чотто кожирасете ру кедо, сугоуде но оссан сё. К боссу немного сложно привыкнуть, но он действительно очень талантливый парень среднего возраста. Понятно. Думаю, этой информации должно быть достаточно на пока что. Позволь мне сказать еще одну вещь. Всегда старайся перехитрить нас, даже меня. Не доверяй никому и ничему. Харуса. Харуса. О, это уже интересно. Я ценю твое предупреждение. Не думаю, что есть еще о чем можно поговорить. Так что давай, поспеши. Ходи отсюда. Ху, наконец-то закончилось. Все. Я тут уже еще... Блин, целый час беспрерывно, это слишком жестко. Так, все, продолжение следует.